Всем привет! Рада видеть вас на нашем канале. Сегодня в этом видео поход в лес за черемшой. Вот такая растет у нас черемша. Со мной сегодня он там собирает вдали Оля. Он там Санек собирает. Вот она, черемша. Вот это тоже черемша. И вот так вот вдоль ручья собираем мы черемшу. Покажу потом, какие пучки мы делаем и поскольку мы сдаем. Что, Санек? Да. Так что... Вот Саша набрал такой пакет черемши. Ну что, я молчу. Вот Саша набрал вот такой пакет. Сейчас будет связывать пучки. Мы посмотрим. И вот Сережа тоже вот такой пучок связал. Набрал. Посмотрим, сколько он набрал. Вот такие у нас пучки. Мы сдаем. Вот ее очень мало, но по ручью. А теперь я вот такие пучки набрала. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну вот, дорогие друзья и подписчики, вот еще вот такая вот такое поле черемши. Здесь, конечно, и цветы растут. Ну и черемша. Вот, видите, вот такой лес. Это все вот дальше идет много черемши. Конечно, застилает здесь много одуванчиков. Не одуванчики, а медунчики. Медуница называется точно всего, скорее сказать. Вот. Тут речушка вон там протекает, маленькая небольшая речушечка. Вот так вот мы режем. Вот, пожалуйста, вот она, черемша. Так. Вот такой склон. Вот, посмотрите. И все это идет дальше. Черемша, черемша. Но она здесь мелковатая. Посмотрите, какая красота. Конечно, очень много поваленного леса. А там вдали наша стоянка. Дальше будем собирать черемшу. Вот она, черемша. Вот она, черемша. Вот. И все это идет по склону. Вот так вот, даль. Но она тут наверху много мелкой черемши. Ну, туда дальше я не ходила, не знаю. Деревья стали распускаться. Тишина. После дождя не сильно жарко. Всем добрый день. Рада мы видеть вас на нашем канале. Сегодня второй день. Поход за черемшой. Вот такая растет у нас черемша. Я уже вам показывала в первом видео. Вот сплошняком. Вот такое дерево. Большое.
ветром сдуло. И вон там тоже растет черемша. Вот нарезаем пучки и потом продаем. Вон там стоянка у нас. Там Ксюша со мной сегодня. Оля там со мной. Вот она, черемша. Вот медуница. А этот, не знаю, какой цветочек. Вот такой. А это вот медуница. Красивая. Растет. Все тут усыпано и черемша вместе. Вон пенек стоит. Посмотрите, какая красота в лесу. Вообще, а он какой пень. Здоровый, березовый. А может и не березовый, не знаю. Может осина. Сплошная черемша. И вдаль туда идет она везде, повсюду здесь. Очень много черемши. Но не вся крупная, есть и мелкая. Очень вкусные салаты. Пирожки пекем с них. Сейчас попробую вам срезать, показать, как я режу. Берешь пучок вот так вот и срезаешь под корень и складываешь пучок. Вот такой вот пучок. Ну, покажу, какие пучки мы складываем. Здесь вот у меня в сумке 4 пучка. Вот видите, все, уже сумка, уже большая черемша идет, очень большая. Вот столько уже, дорогие подписчики, я набрала. 20 пучков. Вот такие пучки. Большие. Сдаем по 60 рублей. Ну, вот так. Оля вот столько набрала. Вот столько. А там не знаю, кто набрал. А здесь, наверное, Ксюша набрала. А, нет, Оля вот это набрала. А Ксюша вот столько набрала. Ну вот, дорогие подписчики, вот набрала я 30 пучков. 3 штуки домой. Видите, какие толстющие. Сейчас буду в рюкзаки складывать. Немножко погодя, отдохну. И в рюкзаки. И домой. Тут Ксюша сложила. Вон там вдалеке моя племянница Оля складывает черемшу в пакет, в сумку. Вот так вот. А он шмель. Шмелек. Старый папоротник тут. Но еще не вылез. Вот так вот лесу. Красота. У нас в поселке есть родник. Сейчас покажем, где он находится.
каждый житель нашего поселка ездит за водой в этот родник. Набрала вот столько бутылок, ковшик. И сейчас будем набирать в наши емкости с родника воду. Очень вкусная вода. Я бы вам дала попробовать, но... У нас огорожен родник. Здесь вот такие досточки, тротуарчик. И вот он, закрытый родник. Чисто. Грязного тут ничего нет. Комары так кусаются. Находится родник наш вот в таком лесу.